Еще одним незаконным ларьком стало меньше. Во Фрунзенском районе сегодня демонтировали незаконную конструкцию. Правда, на этот раз от принудительного сноса отказались. Собственник сам нанимал технику. Благодаря таким действиям владельцев администрации экономит и время, и деньги. Причем не только свои, но и нарушителя. На территории района за 2013 год было демонтировано 17 временных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, 13 из которых было демонтировано в добровольном порядке силами владельцев. Владельцы самовольно установленных временных объектов понимают, что если их собственность, это киоск, павильон, будет демонтирован в принудительном порядке, то в этом случае им придется оплатить транспортные расходы, расходы на хранение объекта. И только после этого они смогут вернуть свое имущество. Поэтому большинство демонтируются сами.